Красная площадь. Дорогой и возвышенный образ для каждого советского человека. Во все времена она была символом Москвы, России, Родины. 7 ноября 1986 года. Военный парад принимает первый заместитель министра обороны СССР, генерал армии Лушин. Товарищ генерал армии, войска московского гарнизона для парада во знаменовании 69-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции построены. Командующий парадом генерал-полковник Архипов. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 69-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! Товарищи воины советских вооруженных сил, трудящиеся Советского Союза, уважаемые зарубежные гости, от имени и по поручению Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета СССР и Советского правительства приветствую и поздравляю вас с всенародным праздником 69-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. В этом году праздник Великого Октября отмечается в обстановке высокого трудового и политического подъема советского народа, напряженной работы партии по претворению в жизнь исторических решений 27-го съезда КПСС. Далее товарищ Лушев сказал о том, что во всех сферах общественной жизни идет процесс коренной перестройки. Благодаря героическому труду советского народа заметно улучшилась ситуация в экономике. На подъеме находится наука, техника и культура. Неуклонно крепнет оборонное могущество Родины. Коммунистическая партия и советское государство проводят внешнеполитический курс, разработанный 27-м съездом КПСС, отличающийся масштабностью, трезвым реализмом, готовностью к поиску взаимоприемлемых решений в интересах мира. Твердо защищая великие завоевания, партия и правительство уделяют неослабное внимание повышению оборонного могущества страны, боевой мощи вооруженных сил СССР. В заключение товарищ Лушев сказал: в едином боевом строю с воинами армий братских социалистических стран воины вооруженных сил СССР и впредь будут надежно охранять мирный,
созидательный труд советского народа, достойно выполнять свой патриотический и интернациональный долг. Слава великому Октябрю, открывшему новую эпоху в истории человечества, эпоху перехода от капитализма к социализму и коммунизму. Слава Коммунистической партии Советского Союза, вдохновителю и организатору всех наших побед! Ура! Сегодняшний парад 115-й в жизни советского государства. А самый первый состоялся по инициативе Ленина 1 мая 1918 года. Совершив грандиозный скачок в тактическом и техническом оснащении, в боевой выучке, советская армия и военно-морской флот сохранили лучшие традиции красноармейцев. Верность идеалам октября, служение интересам трудового народа. Наши парады. Не устрашение ради, не для похвальбы железными мускулами проводим мы их. Советский народ должен знать, все, чем он дорожит, родная земля, мирный труд, будущее детей, есть чем защищать, есть чем ответить любому агрессору. Военный парад сменяет праздничная демонстрация трудящихся Москвы. Да здравствует 69-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции! Ура!
упорным добросовестным трудом воплотим в жизнь исторические решения 27-го съезда КПСС. На транспарантах и лозунгах, в трудовых рапортах отражено то, чем мы живем сегодня. Планы партии вошли в дела и мысли трудящихся страны. Говорит работница Кунцевской ткацкой фабрики Валентина Михайловна Гриднева. 27-й съезд нашей партии поставил задачу огромной важности на ускорение. И наш коллектив «Объединение Октябрь» в основном женский. И это мы хорошо почувствовали на себе. Вот именно в последнее время у нас открыта комната отдыха для работающих. Функционирует центр психологической разгрузки. Улучшаются условия труда, снижение шума, работает парикмахерская и многие другие службы. Электросварщик завода «Электрощит» Василий Федорович Ромашкин. За последнее время на московском заводе «Электрощит» активно стали внедряться высокопроизводительное оборудование, в частности, станки с числовым программным управлением, сварочное автоматическое оборудование, которое, кстати, я обслуживаю. Что касается вопросов перестройки, то мне кажется, этот вопрос очень активно стал внедряться в сознание людей по отношению к своим обязанностям. Не только рабочих, да и руководителей тоже. Вот это основное, что я хотел бы сказать. В стране идет перестройка. С ней связаны надежды изжить из нашей действительности все негативное, наносное, что еще мешает прогрессу нашего общества. Сегодня к перестройке причастны сотни и сотни тысяч тружеников страны. Среди них и шахтер из объединения «Воркута-Уголь» Анатолий Потапов. Наш участок выполнил годовой план, а он у нас в самой высокой отрасли, 1 360 000. Такого еще наша отрасль не знала. Но вот с главной площади нашей страны мне хотелось обратиться к горнякам, ко всем труженикам нашей страны. Давайте работать лучше. Будем 2 раза лучше работать, 2 раза будем жить лучше. Созидание – смысл нашей жизни. Поэтому для нас важен мир на планете. Поэтому столь настойчиво и последовательно борется наша страна против гонки вооружений, против превращения космоса в ядерный полигон. Свидетельством тому широкомасштабные предложения, с которыми выступил на переговорах в Рейкьявике Михаил Сергеевич Горбачев. Слово писателю-публицисту Генриху Боровику. 70 лет тому назад советская власть начала свое существование с декрета о мире. К сожалению, буржуазные государства откликнулись тогда отказом. Этот мир выгоден только большевикам. 40 лет тому назад Советский Союз предложил объявить вне закона атомную бомбу. И из-за океана нам снисходительно объяснили, это выгодно только русским, у них нет атомной бомбы. История показала, что выгода была бы всечеловеческой. Наконец, сейчас мы более года уже придерживаемся моратория на испытание ядерного оружия. Предлагаем уничтожить все ядерное оружие. Нам опять отвечают, это выгодно только русским, и даже пытаются открещиваться от тех договоренностей, которые были достигнуты в Рейкьявике. Участница круиза по Миссисипи советских и американских сторонников мира, доярка из Полтавы, Ганна Николаевна Сиволап. У нас, украинцев, что не песня народная, то или месяца заченьку, или зоренька ясная. На современном языке это значит мир в небе, мир в космосе, мир на земле. Об этом мы и говорили во время круиза мира по Миссисипи с членами американской делегации. У нас сегодня есть возможность с помощью телевидения
встретиться с одним из участников с американской стороны, директором Вашингтонского центра обороны информации, адмиралом Джином Ларок. Разве это не замечательно, говорит он, сегодня обратиться к вам в день вашего национального праздника? Поздравляю вас! Вы знаете, почему так хорошо воспринимали всем сердцем на Миссисипи? Потому что убедились в вашей приверженности к идеям мира, к идеям счастья. Украинская доярка и американский адмирал. Неизмеримо далеки их политические взгляды. Но общая тревога за будущее планеты соединила их в рядах сторонников мира. Сейчас их в мире миллионы. Наша политика, политика экономических и социальных преобразований, политика мира, проводимая коммунистической партией, находит горячую поддержку у советских людей и у наших друзей за рубежом. Наши планы устремлены в будущее. Мы верим, что они будут реализованы, потому что верим в созидательный потенциал советского народа, в правильность пути, избранного страной 69 лет назад.